В администрации Невельского городского округа состоялось первое организационное заседание нового состава общественного совета. Под председательством мэра Невельского городского округа Алексея Шабельника и при участии председателя общественной палаты Сахалинской области Владимира Иконникова и руководителя аппарата общественной палаты Сахалинской области Ольги Санталовой. Нам предстоит большая работа, еще раз. Я надеюсь, она будет плодотворной, потому что, опираясь на ваше мнение, на ваш совет, на ваши советы, мы можем сделать много хорошего для района, ну и для людей в целом. В ходе заседания под аплодисменты присутствующих глава района вручил общественникам удостоверение. В состав общественного совета вошли 15 человек – представители культуры, образования, медицины, общественных, профсоюзных и религиозных организаций Невельского района. На первом организационном заседании была сформирована структура общественного совета, президиум и рабочие группы по направлениям деятельности, социальной, группы ЖКХ, градостроительства и комиссии по вопросам экономического развития. Мы все... Общественность, которая работает или в советах, или в общественных организациях, или в неофициальных общественных объединениях, там, например, люди, у которых есть какие-то хобби, эти хобби, они там, хобби по тому, что кто-то помогает там, родителям или семьям, которые находятся в сложном положении. Своеобразно, конечно, но как бы там ни было, потом это перерастает, такой вот душевный порыв перерастает в организацию. Надеемся, что в вашем районе тоже будут появляться такие организации, которые будут зарегистрированы. Конечно же, мы хотели бы сказать вам большое спасибо и всем, кто участвовал в общественном наблюдении. Это новое направление в общественной жизни, не только в Сахалинской области, всей Российской Федерации. Общественное наблюдение при голосовании по изменениям, по внесению изменений в Конституцию Российской Федерации. Очень сложная работа была. Впереди обновленному общественному совету предстоит кропотливая работа, направленная на дальнейшее укрепление взаимодействия Невельской общественности и администрации Невельского городского округа. Елена Стрелкова, Евгений Романенко, Невельские новости.